Ну что, дорогие друзья, края крайний. Эльбрус. И вот мы где-то сейчас здесь. Почему? Потому что мы приехали в поселок Тирхол. А это что? А это наш отель Аламат, в котором мы... В котором все и начнется. Там уже наш белорусский товарищ Влад. И что мы видим? Мы видим, что туман, дождь. И это очень грустно, потому что по приложению погоды это все будет длиться. Вот сколько есть в приложении дат, столько и будет туман, дождь. И только один день на пятые сутки нашего здесь пребывания будет солнце. Но пятые сутки — это рановато. Поэтому опять в очередной раз с замиранием сердца приступаем к следующему этапу нашего плана, нашей затеи. Селение в дом. В отель, встреча с нашим гидом. И завтра первый день акклиматизации. Блин, есть такое офигенное чувство. А есть чувство какое-нибудь офигенное? Ой, мы заселились, и у нас третий этаж, поэтому у нас оклемуха уже началась. Мы пешочком. Четвертый, по-моему, нет? Да, ну что-то 30... мы долго поднимались. Обставили на номер? 304, значит, третий. Третий этаж, прям под самой крышей. Смотрите, какой вид. Горы. Ну, правда, там все в облаках. Блин, ну вот это ощущение предвкушения какого-то, оно вот такое вот есть. Мы уже видели своего гида, но встретимся с ним нормально и поболтаем на ужине. Ужин у нас? 8 часов. 8 часов, а сейчас 6. К Владу пойдем завалимся. Вали, 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 вали. Здрасте. А Влад здесь? Здорово. Здорово. Мы на камеру. Ты представляешь, вот это все, что... Вы представьте, вот через все эти тернии уже большая часть команды собралась. Как все это было сложно. И один в пути. Один в пути еще. Хорошо. Персики купили. Блин, класс. Сейчас заправимся и начнем вещи таскать. Посмотри сюда. А? Ты посмотри сюда. А? Вы посмотрите на этого красавца. Это будет, короче, наш топовый, на лицо команды. Вы посмотрите. Но белорусы, блин, всегда высокие и красивые. Ваню мы знаем, кто понесет. Да-да, у нас есть член, этот самый главный. Ребята, я лошадь, я буду конем. Посмотри, посмотри на него, какой красавец. Ну как, идет в пору? Блин, переживали, в пору или нет, но слава богу, подошло. Снимай. Смотри, еще майка у нас есть тоже, видишь? Смотри, а красный-то цвет. Господи ты, боже мой. Смотрите, смотрите, что это за пацан, а? Какая красота! Слушай, ну елки, блин. Короче, народ, ну давайте, держите за нас кулаки, смотрите, какая красивая команда. Давай, подходи, подходи. Мы, блин, это сделали. Здравствуйте, дорогой товарищ. Ну все, наконец-то наша команда вся в сборе. Все мы, все мы в сборе. Это стоило больших нервных усилий и напряжений. И как эти пацаны добирались до нас, это прям вообще история детективная. И теперь мы здесь, мы готовы морально и физически. Мы будем идти к своей цели. Самая высокая мобильная баня в Европе. И в мире, да? Давай, сейчас надо... отдохнуть нам, и дальше завтра включимся. Ой, ну вот, дорогие наши подписчики, давай вот туда. Мы наконец-то в сборе. И хочется поднять вот этот стакан вина. А вино, как я уже говорил, содержит железо. И мы пьем его с целью хорошо зайти. За то, чтобы у нас удалось, и слава богу, что все прошло успешно. Чтобы горело так, ясно. Да, так, как нам надо. Горело ясно и лучше, чем у всех. Давайте, ура! За вас, наши дорогие.